Всем привет! Сегодня у меня приехала из Монголии вот такая писалка. Название у нее длинное, ничего не означающее. Пущу посмотреть. Чем пересказывать название. Так, прислали мне новой почтой. Тщательно упакованную. Мини-ФПВ-ДВР называется. Упакована в аккуратную коробочку, которая может пригодиться. Так, внутри имеется сама писалка. Довольно большая. Липучка для крепления к очкам. Хорошего качества, кстати. Так, и два кабеля, из которых, видимо, можно собрать один, чтобы сделать переходник. Ну и инструкция. Инструкция. Вот, ага, написано, что может быть два куска, а может быть double end. Но это не столь существенно. Так, характеристики, что тут пишут. Время готовности 3 секунды. Антисипал, 75-умный вход. HD запись, как я рассчитывал. Формат записи AV. Возможно, запись звука 30 FPS. Посмотрим. До 32 гигабайт поддерживает. CVBS output, нужно к монитору подключать, что очевидно. 3,5 аваджеки. Зарядка 5 вольт DC. Ток зарядки 5500 миллиампер. 400 миллиампер часов аккумулятор встроенный. Вес 24,5 грамма. Вот такая штука. Так, посмотрим, как она будет включаться. Механические. Вход и выход соединены насквозь. Собственно говоря, больше ничего тут и нет. Ставим обычный песок. О! Вот, сразу включилось, показывает полный заряд. Я так понимаю, запись этой кнопкой, наверное. Или это. А надо не от карты, поэтому писать она не будет. Хорошо. Теперь надо собрать стенд. Так, распайка кабеля не совпадает. Будем паять переходник. Обидно. Не совпадало только два провода. Нашел карту, такая спаянный кабель, пробуем это все включить. Так, карты вставлены,
Включаем писалку в ПВ режиме. Включаем очки. Так, включается запись. Видно, что там все работает. Я уже полазил по меню. На очках его особо не видно. Вот, она способна записывать вожди. Вот, в всяком случае, декорируют. Так все работает. Ну что ж. Следующий этап — тест записи. Так, для тестирования записи собрал такой стендик. Использовал детали будущего самолета. Вот, пробуем. Включаем писалку. И включаем запись. Пошла запись. Вот. Ну, там в очках какая-то картинка видна. Вот камера. Сделаем тут такой обзорчик. Нас, собственно говоря, интересует только сама способность к записи. Ну и качество получаемого результата. Больше тебе ничего не требуется. Вот, ну. Что-то пишет. Устанавливаем. Отключаем. Отключаем. Посмотрим, что у нас не снималось. Качество видео соответствует всем остальным писалкам такого типа, но от нее больше никто и не ожидал. Всем пока, с вами был Flycat.fr. Подписывайтесь, ставьте лайк.